Жители дома номер 29 по улице Академика Павлова неоднократно обращались в прежнюю управляющую компанию по вопросу прохудившейся крыши. Однако решить проблему удалось только после того, как на доме сменилась управляющая организация. Кровля многоквартирного дома прохудилась буквально насквозь в нескольких местах, от чего страдали верхние этажи. Для управляющей компании «Жилком», занимающейся управлением дома с последнего времени, сигналом стало буквально первое обращение граждан. После согласования сметы с жильцами заказ был передан компании-подрядчику, которая приступила к ликвидации повреждений кровли. Сквозные отверстия были закрыты с двух сторон листами железа, а сверху укрытым материалом, исключающим протекание. По заявке жилкома мы принимаем работы по ремонту кровли панельного дома. Вот самая большая проблема вот в этом доме состоит в том, что вот здесь вот под вот этим листом железа временным полностью отверстие, которое проходит в чердачное помещение. Можно сказать, что на данном участке кровли вообще отсутствует. Работы здесь будут проводиться. Мы подшиваем металл снизу и потом восстанавливаем стяжку, плиту, и сверху опять укладываем металл. И дальше все это будет закрыто мягкой кровлей, чтобы устранить данную протечку. Подрядчик дает гарантию на год обслуживания отремонтированных участков кровли. Однако без каких-либо механических воздействий покрытие должно прослужить дому до 5 лет. Однако это не единственная проблема кровли на данном доме. По словам специалистов, крыша нуждается в капитальном ремонте.